буквы «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Люди с буквы «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Увлечение чаще всего простирается в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. В этом имени звук «В» не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.